Пойду Славика разбужу. Вась, не совесть. У него еще законы 15 минут. А кто это у нас там такой шустрый? Старший сержант Зыков, предъявите ваши документы и машину к осмотру. Начальник, у нас все в порядке, можешь отпустить, а? А что в багажнике везете? Брату на свадьбу едем, подарок везем. Очень торопимся, можешь отпустить, а? Можно коробочку посмотреть. Ну зачем по коробку портить, а? Там телевизор. Коробку открой. Брат, дай отвертку, багажник открыть. Меркара. А коробка? Забил, сволочь. Что будем делать? Думать.